Ой, блин, не знаю, зачем мне это тоже нужно. Уф, я тебе хочу его подарить. Так... Серьезно, мне? Да. Всем добрый день, с вами Айден, рубрика с забегами по разным магазинам продолжается. И в гостях у меня подписчик, который написал комментарий и был приглашен на съемку. Андрей, пожалуйста, заходи сюда, привет. У тебя будет ровно 3, даже 1 минуту прибавили, 3 минуты для того, чтобы взять все, что ты захочешь в магазине. Угадай, каком? В Ашане, правильно, потому что мы около Ашана как раз-таки, да, в этом городе. Сейчас нас задавит машина. Ставьте лайк, если вдруг этот выпуск соберет больше 15 тысяч лайков, то следующий будет в Денейсе, в магазине техники. Вот тогда-то мы и отыграемся. Ну а сейчас, Андрей, погнали в Ашан. На счет 3 время пошло. 1, 2, 3, погнали. Нет, не то. Не знаю, что мне нужно. Не знаю, зачем мне это тоже нужно. Мяч. Для рудаков. 2, 1. Уф. 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 Так, посмотрим, что нам еще нужно. Уф. Ну, конечно же, нам нужно это. Хлопья. Не знаю, формочку. Ой, блин, открепилась. Нет. Так. Ай. Все. Рублей на 1000, наверное, только и собрал. Хотя не знаю, может быть и на 900, на 500. Ну что, ребят, закупка в Ашане у Андрея вышла на 2420 рублей. Слушай, я ожидал, что реально ты будешь просто все сгребать здесь. Почему так мало? Андрей, подтверди, что я тебя не ограничил ни в чем. Вообще ничем, вообще прям 100%. Набрал на 2400. Ну рассказывай, что будет тебе здесь полезным. Так, ну звездочка. Форма для выпечки всегда, да, полезна. Будет печь. Всегда идеально. Потом магнитная доска. Ну, в принципе, тоже полезна. Печенье. Но конфеты, они всегда понадобятся. Так, перекусить чуть-чуть. Ну, да. Стаканчика 2. Ну, для интерьера. Гели для душа. Или это шампуни. Маме, да, в подарок, я понимаю. Да. Клей всегда. Всегда он нужен дома. Да. Мячик, ну... Лишних мечей не бывает, скажем так. Это правильно. Растенице такое красивое. Я тебе хочу его подарить. Так... Серьезно, мне? Да, так как оно такое же цветущее и нарастающее, как и твой канал. И, конечно же, Nesquik хлопья. Ну и, в принципе, все. Ну, слушай, скромненько, но все, в принципе, такое полезное. Молодец. Надо побольше таких выпусков делать. Побольше этих выпусков и будет, если наши подписчики будут писать больше комментариев. А именно оттуда я выбираю участника. Сегодня приехал в твой город, приеду в город следующего подписчика. Но знаю, что если мы соберем под этим выпуском больше 15 тысяч лайков, то мы снимем выпуск, где кто-то из вас сможет точно так же зайти в магазин техники, например, в ДНС, и собрать себе все, что он успеет за определенное количество времени. Но для этого нам нужна хорошая активность, и надеюсь, что вы его сможете сделать. Все, всем пока, до новых встреч.